сразу же хочу сказать, чтобы вы написали в комментариях, то что стоит ли мне в 1.14, когда полная версия выйдет, снимать в новом мире. Это явно сейчас важно, то есть я не знаю, продолжать мне в этом мире или в новом, потому что, как вы видите, здесь, ну, в меню Майнкрафта показана деревня, ну, всякие деревни, всякие штучки, и я не смогу видеть вот деревню и всякие вот эти новые штучки, если я не создам новый мир. Ну, зато я продолжу в том развиваться, да. Ну, возможно, если далеко уйти, я там найду вот это все, ну, очень далеко придется уходить, потому что я там много чего обходил, уже прошел. И мир сам по себе надоел, потому что я там уже играю 8 месяцев. В принципе, ребята, не буду медлить, погнали. И не забывайте ставить лайк, потому что я выпустил 2 видео за неделю, поэтому все, погнали. Ребята, прошло 8 месяцев, я заснял 7 серий, это у нас 8-я серия. И это, ребята, будет финал. Как не было бы грустно бы, как мало бы видео бы я не заснял по выживанию. Заснял я, получается, 8, это 8-е видео по выживанию. И вы, наверное, вообще сначала спросите, где все мои вещи, где я вообще нахожусь. Я нахожусь около старого дома своего, железная дорога, вот там. И, в принципе, пришло время подвести все к концу. Я оставлю ссылку на этот мир, вы сможете продолжать на нем выживать. Может быть, я на втором канале своем когда-нибудь, ну, если вы когда-нибудь мне скинете, например, в Дискорде карту, что вы там построили на этой карте, например, я могу сделать отдельное видео на своем втором канале, либо даже на этом, не знаю, да, как получится. Почему я решил закончить? А все просто, ребята, потому что выходит версия 1.14, я поначалу собирался снимать и на этой версии, но дело в том, что я оббегал большую часть вообще этого мира, здесь очень много воды, то есть здесь, ну, мир вообще сам по себе не очень удачный получился. То есть он мог быть намного удачней. И, к сожалению, придется закончить. Это, ребята, уже предрелиз 2. То есть еще, может быть, неделя, и выйдет там 1.14 полная версия. Может быть, подольше. Но я думаю, уже в конце апреля все будет... все выйдет, да. Возможно, выйдет еще какая-нибудь серия по выживанию. Вот такая дополнительная на этом мире. Короче, ребята, прошу вас написать в комментариях, то есть, если вы ничего не будете писать, то я не буду просто-навсего продолжать выживание, потому что я не вижу в этом смысла. Мне просто явно нужно знать, стоит ли мне начинать выживание на 1.14, или мне просто закончить это видео, или вообще продолжать на этом мире снимать, там, я не знаю, раз в месяц и выкладывать видео. Вообще, почему еще я на этом мире не хочу снимать? Потому что очень сильно все лагает. Даже сейчас, ну сейчас самое главное, то что сейчас еще FPS более-менее нормальный. А в прошлом видео вообще какой-то ужас был, если честно. И я не знаю, ребята, вот сейчас более-менее нормально. Короче, вы, наверное, меня спросите, почему я здесь вообще, что я тут вообще забыл, да? Почему у меня нету своих вещей? Я, короче, их просрал. Я их просрал из-за того, что у меня дико лагало все там, в пещере. Просто я нашел там затерянную шахту, там нашел крутой каньон, там все было четко, вот где-то там находится далеко. В принципе, можно сейчас, наверное, даже сходить, я особо не буду тут. Я не знаю, сколько серия получится, может быть, минут 30, потому что это все-таки финал, поэтому надеюсь, вы досмотрите до конца, ребята, пожалуйста, ну, поставьте лайк под этим видео, потому что я думаю, это достаточно важно, да. В принципе, что я могу сказать, я тут еду собрал. В принципе, нечего уже комментировать, как вы знаете, я в последних видео уже особо ничего не делал, то есть вот в прошлом видео я тоже особо ничего не сделал, и в принципе, кажется, за 7 серий я ничего не мог сделать. Ребята, прошло 8 месяцев, я с июля снимал, ребята, с июля снимал этот летсплей, оказывается. Я в прошлом видео сказал то, что в сотине, скорее всего, но оказалось то, что вообще с июля, даже не с августа, не с августа. И то есть, я уже не вижу смысла продолжать в этом мире. Я скину его в описании, либо в комментарии, либо как раз в описании, да, и вы сможете продолжать на нем играть. Я надеюсь, он лагать особо не будет, но у меня лично, вот если я буду играть без записи видео, то у меня FPS будет в раза 2-3 побольше, но все-таки. Все равно маловато. Не знаю почему, он просто резко начал лагать. То есть,
где-то еще месяца, может быть, 5 назад, ну, может быть, 4 даже, у меня этот миф так вообще не лагал. А сейчас он намного сильнее стал лагать. Как видите, у меня тут даже ничего не включено, у меня все по минимуму стоит. И что оно лагает, вот. Ну, прессовка нужна, 5 чанков, потому что если я меньше поставлю, вообще ничего не видно, дальше не будет. Да. И так особо ничего не видно. Вот там куятник всякий, да, вот там, видите, да. Это у нас цемент. В принципе, тут все для выживания, в принципе, останется. Может быть, ну те вещи уже не найти, потому что они в лаве сгорели. Я, возможно, даже сейчас ставлю фрагмент видео, в принципе. Давайте я сейчас его вставлю, в принципе. Погнали. Постепенно. Нет, ну это скелеты оказались, ну охеренно, блядь. Что может быть, блин, лучше? Так. Бля, спалил собака такая. Так, все. Его мы сейчас убьем, ничего страшного, у нас сила есть. У нас есть сила. Ах ты собака. Я его с двух раз убил. Ой-ой-ой, еще один. Ай-яй. Хватит мне стрелять, собака такая. Мне только щитом отбиваться и все. Ай-яй. О! Сам сгорел, сам лох. Все, ничего не знаю. Все, отлично. Блок поставил. В смысле? Блин, ну капец, я чего? Как я упал? Нет! Скелет! Собака! Просто все просрал из-за лагов долбанных. Просто супер. Просто реально супер. Надо было два чанка вот так вот ставить и все. Это реально жесть. То есть из-за того, что у меня лагало дико все нахер, я все просрал. Миф, ребята, теперь полностью будет ваш. Вы все сможете тут делать. В принципе, давайте поспим. И, в принципе, попрощаемся. Да, миф мне нравится. Он прикольный вообще был. Но он мне просто, ребята, надоел за такое время. И как бы я здесь много времени провел реально в этом мире. И, ну, сделал достаточно вроде как немного вещей. То есть развился я недалеко. Я не скажу, что прям много развился. Но я сделал все, чтобы можно было там питаться, ресурсов более-менее, ну то есть железо и угля сойдет. Более-менее дом сделал, то есть, ну я не скажу, что он вообще лучший дом, но, наверное, за все мои летсплеи, которые я вообще за всю жизнь снимал, у меня еще же были прошлые каналы, и там тоже у меня таких домов вообще никогда не было. То есть этот дом вообще самый лучший на данном моменте. Если что, там наверху крыша тоже есть, если вы не знали. Хотя, наверное, вы это знаете. Блин, как они агут, это реально какой-то капец. Еще лагает все дико. Так, ну уже, в принципе, пофиг. Да. В принципе, на Мии вы сможете играть. Я не знаю, зачем. Может быть, вы найдете какие-нибудь там ягоды из 1.14. Я не знаю, но я их не находил. Я когда-то пытался их найти на снапшоте, но не нашел. Да. В принципе, много уже обходил, и поэтому уже не генерируется ничего. Вот там крыша, вот крыша, да. В принципе, что я хотел, отправимся в шахту, ну, в ту, в которой я умер. Может быть, я ее найду даже. Пойду так же, как и после сей. В принципе, можно по видео посмотреть. Я помню примерно, куда идти. Поэтому, ребята, реально, уже пора финал сделать. Вообще, мне очень сложно было снимать этот летсплей, я вам так скажу. То есть первые 2-3 серии, ну, наверное, первая, вторая, третья, четвертая более-менее еще мог снимать. Но дальше реально стало очень сложно реально это все снимать. Я не знаю реально почему, то есть то с FPS, то что-то с микрофоном, то есть вот какие-то такие проблемы были постоянные. И да, так, кстати, с лошадьми проблемы решил, у меня больше текстух этих нету, я все-таки их убрал. Значит, все зашибись, то есть это не майнкрафтский баг. Я не знаю. Так, вот. Вот там, кстати, возможно, спавнер. Либо я что-то ошибаюсь. Где-то у меня был спавнер. Кстати, если вы походите вокруг базы, всякие пещерки посмотрите, возможно, вы найдете то, что вам нужно. Так, а это что? Так, подождите, а это, по-моему, и есть спавнер. Это и есть спавнер, ребят. Наверное. Да, да.
Вот он, ребята, спавник. Даже вещи остались. А, я хотел это на видео показать. Ну ладно, я, наверное, вещи уже убрать не буду. Хотя, ну, нет, я сейчас их точно брать не буду. Потому что, думаю, сами найдете по видео, если надо будет. То есть миф вы скачать сможете. Я его там через Google диск, через Яндекс диск, наверное, оставлю. Может быть, еще какие-то программки. Так, яичко. О! Цыпленок. Хорошо. Блин, на самом деле, реально, мне понравилось. Мне понравилось это выживание. Так, я помню то, что надо березы найти. Извините, конечно, то, что больше поисковку я не смогу увеличить. Не хочу, чтобы меня все дико лагало. Сейчас у меня хотя бы... Бля, сейчас FPS я не скажу, чтоб я мало. Я вот реально не понимаю, вы меня понимаете? У меня прошлое видео вообще в 15 FPS было. Где-то в 15, наверное. А это, блин, в 60 FPS получается. Но я его записываю в 30. Поэтому у вас не будет такого. Хотя, может быть, его в рендерю 60. Не знаю. Так, вот он и биозы. Можно всякие цветочки взять. Короче, ребята, все от вас зависит. Как вы заходите, так и будет. То есть, если вы захотите, чтобы я в этом мире продолжил, я буду пытаться в этом снимать. Да. То есть, все зависит, ребята, от вас. Поэтому не теряйте шанс что-то написать. Да. Тем более, у меня сейчас проблема с аудиторией. Вроде как. И не растет особо. Видео 2 за неделю записал вообще. Да. Где-то вот тут пещера. Ой, лагает что-то. Так, покушаем. А то жизни уже мало. В принципе, ребята, да, это видео тоже будет бессмысленным, скорее всего. Но я тут немножко поговорю об этом мире. Вообще, ребята, я не знаю, как вам, но судя по просмотрам первых 3 серий, да еще и 6 серия очень сильно по просмотрам вообще, и по лайкам, и по всему на свете. То есть вам реально нравится этот летсплей. Он очень много набирал всего этого. И комментариев много писали. Да-да-да, были времена, когда так было. Сейчас уже ничего не осталось. О, кстати, музычка заиграла. Грустная. Да. Думаю, вы её... Ну, она тихая. Я поставил музыку на 25%. Я громче боюсь сделать, потому что мало ли что исчезнет. Я хочу ее послушать. О. Рыбка. Рыбка. Лосось это, да? Плавает. Блин, ну реально красиво так все выглядит. Видите, из воды выходит ярче. Такие вот сучки. Блин, реально приятно. Прикольно было. Прикольно было выживать. К сожалению, ребята, все подходит к концу. Я буду снимать... Я вообще сейчас готовлюсь над новой сборкой. Там уже где-то 140 модов. Почему где-то... Ну, где-то, ну... Я не могу точное количество сказать, потому что я еще разрабатываю сборку. Она будет уже на новом моем компе. Я думаю, в этом году я уже говорил, ну, было видео от канала, месяц назад выходило. Я там говорил то, что я буду снимать на новом компе всякие там сборки. Ну, про сборки вроде как ничего не говорил. Ну, то есть я просто, когда появится у меня новый комп, я тогда начну все снимать... намного чаще. Но я, в принципе, сейчас стараюсь уже чаще, как вы видите. Да. Розовая овца, кстати. Появилась. Они очень редкие. Блин, я еще помню то, что где-то в Майнкрафте 1.3.2 или 1.5.2. Я помню, когда-то тоже играл в нее. Блин. Кстати, скоро будет 10 лет Майнкрафту, и я собираюсь сделать ролик, рассказать про это все. Да. Тоже такая небольшая вам новость. Да. Я уже, наверное, пищу не найду. Да и пофигу, если честно. Вещи сгорели. Не, просто алмазы можно найти, а какой смысл? Ну, для вас только. Хотя 4 алмаза, в принципе, есть. Обсидиан вы в любом случае сделать сможете. Скопать. Плюс еще на лопату хватит алмазную, да. Как-то так. Блин, я, наверное, такая музычка еще, блин. Не, буду летсплей под музыку такую снимать. Может быть, под куполом... Ой, нет, не под куполом, ну, другие летсплеи буду снимать тоже, может быть, с музычками Майнкрафта, может быть, и нет. Кстати, кто не знает, палки выпадают с листьев. Вот, кстати, нашел. Бляха, так больно было. Ну, ладно. Эх, ребята, эх. К
Кстати, я замечаю то, что сейчас в Майнкрафте как-то майнкрафтеры, даже которые снимали когда-то еще в детстве, сейчас, ну, не Майнкрафте, а просто люди, которые сейчас другой контент снимают, начинают тоже возвращаться в Майнкрафт, тоже какие-то видео снимать, да. Это на самом деле приятно. Да, так, вот здесь это все было. Все спускался сюда. У меня только кирка осталась, и еда. Даже факелов. О, два клипуля, три клипуля, нифига себе. Железо, кстати. Так, ну, факелок. Какой смысл уже? А, они не доплывут. Так, на 4 факела мне хватит. У меня палка выпала. Блин, ну сейчас даже деревья рубить не надо. Это очень приятно. Можно просто листья сломать и все. Так, ну там железо я видел. Вот, вот. Так, ну главное сейчас не потеряться. Это тут каньон. А вот он и каньон, кстати. Где моя трасса, вот эта дорожка была. Ну вот не здесь было. Где-то дальше, наверное. Хотя там... Нет, там темно. Там темно. Там темно. Так. Вот туда надо. Не помню уже точно, где что находится, но все-таки я... Мне надо было стак булыжника взять. Хотя бы столько взял, уже хорошо. Так, уголек немножко, если понадобится. Я, правда, уже палок у меня нету. Просто постепенно строимся. Может быть, алмазы я найду все-таки. Я должен эту цель выполнить, ребята. Даже если я этот мих уже продолжать не буду, я выполню эту цель. Я вам обещаю. Найти алмазы. Это уже не... Ну, когда-то, может быть, это считалось как-то вообще... Сейчас это... Ну, на данном моменте, я думаю, каждый человек, который играл в Майнкрафт, хоть и раз находил алмазы. Я их в Pocket Edition когда-то снимал, кстати. 8 алмазов, помню, нашел. Я такой прям в шоке был, потому что... Ну... Вот как железо в одном этом самом... в одной штучке этой. Я помню... А, 16 даже алмазов, я помню, находил. Либо... Я в обычном Майнкрафте на 1.13.2 находил где-то 30 алмазов. Да. Прям реально это жесть была. Поэтому, возможно, мы и здесь только найдем. Аж сет брони. О-о-о! Тихо. Да. Найдем. В принципе. Как-то так, что-то скопаю, потому что я могу. Да, я могу, я умею. Копать. Да. Ой, ребята. Ну, я решил уже, все, ребят, я решил то, что финал будет, потому что, ну, нельзя это продолжать уже больше. 8 месяцев, ребята, почти 9 месяцев я просто снимал летсплей и снял даже мало сей. То есть, ладно бы, я бы снял бы там много сей. Ребят, ну, вы вот просто понимаете то, что мы выполнили цель летсплея. Капец, они такие приятные алмазы. С этим текстурпаком, дефолтным, новым, да. Блин, капец. Они реально такие красивые, честно говоря. О, алмазики. Алмазики. 4 алмазика. Итого уже 8, потому что дома еще 4 есть. Думаю, вы уже замечали, даже в 4-й серии могли заметить. Нет, в 5-й, в 5-й. Так. Вот там что-то видно, но я вообще упал в место, где либо в этом каньоне, либо в соседнем, где была куча лавы. А, вот, наверное, где-то вот тут и упал. Так, ну я могу пропустить алмазы, ребят. Если я их пропущу, то вы на меня не ругайтесь. Я как бы ни хрена не вижу. Поэтому мне можно. Да, вот тут где-то упал, может быть, даже вот там где-то, наверное. Вот, видите, вот там я там ходил. Я упал, ребята, просрал все вещи. Возможно, даже из лавы что-то выкатило. Чё? Так, осторожно сейчас сделаем. Вот что он собрать. Так, все отлично. Так, железо пофигу уже на него. Честно говоря. Не, если вы захотите, вы сами уже все скопаете здесь, потому что, ну, я, в принципе, не хочу тут копать, не лень, поэтому... Поэтому, да... Посмотрите, как все булькает, страшно вообще. На. Целый булыжник, офигенно. Добываем пока что такие ресурсы. Мы уже алмазы добыли, золото добыли. То есть все такие ресурсы мы добыли.
мы молодцы, я молодец, вы молодцы, то, что смотрели мои видео, да. Вообще, я раньше снимал только летсплеи, это сейчас я снимаю мини-игры, да. Я поэтому и говорил в прошлом видео про выживание, то, что я устал от этих мини-игр, ну, потому что я раньше их не снимал. Я раньше снимал летсплеи, всякие карты снимал. То есть карты и летсплеи мне больше как-то нравятся. Я вообще на мини-игру перешел где-то в 2017 году, когда лицензию купил. И вот пошло-поехало, да. Как говорится, быстрее надо блоки сломать. В принципе, уже, наверное, пофигу. Хоть видео на 40 минут получится, на самом деле, уже без разницы. Потому что это финал. В принципе, в финале можно было 5-минутную серию, правда, сделать. Но ничего страшного, ребята, ничего страшного. Лучше больше, чем меньше, мне так кажется. Лучше побольше себе вам посмотрите, все. Да. Так, золото все-таки добыть хочется, поэтому я. Блин, так булькает все сильно. Раньше так не булькало. Лава. Опа. Так. Хорошо. Вроде как физику лавы не добавили в 1.13. Физику воды добавили. Поэтому да. Ой-ой, чуть не упал в лаву. Не, сейчас будет еще страшнее. Тогда я даже вроде как особо не кричал. Я ставлю момент, если с ним ничего не случится. Потому что оно 21-минутное получилось. Да. В принципе, то, что оно получится большим, меня это вообще уже никак не волнует. Как я уже сказал, это финал. Финал истории, да. Так, у нас тут спавник, надо как-то по-хитрому сделать. У нас факелов нету, наверное, придется ломать его. Хотя нет, вы же тут будете. А как мне тогда? Ладно, я тогда приду. Всем лицо сломаю, надеюсь. О! Да, можно вот так вот сделать. Вот мне нечем бить. Можно, кстати, вот эту... Ой, извините. Сам напугался. Так, индикатор. Можно прицел поставить, чтобы понятно было. Да откуда ты спавнишься? А чё вас так... Так, вы сами бейте друг друга, пожалуйста. Я кепку ломать не хочу. Не, ребят, ну... В принципе, в любом случае, мы провели с вами время в этом мире. Снимал стримы. Правда, тоже мало, но все-таки как-то вот так вот получилось. Чтоб тебя... Я не хочу убивать спавню. Они же наоборот при мне будут спавниться. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля! Блин, я не знаю, что мне делать. У меня нет никакого. Не, ребят, ну, вы, конечно, простите, но мне придется спавник сломать, потому что, ну, это слишком уж сложно. Иди нафиг. Ой-ой, через бок сейчас. Ну! Ай-яй. Да как? Бляха, капец. Я, конечно, все понимаю. Как мне этот спавник обоссанный сломать? Я выбиваться отсюда буду. Там еще один появился. У меня идея появилась. Все, идите нахер. Скелеты. Скелеты, собаки, идите нафиг отсюда. Быстро, быстро, быстро. Вот там вижу дерево. Все, ребята, сейчас мы сломаем дерево. Сделаю меч какой-нибудь. Кирку новую скрафчу, потому что ну так невозможно. Так, там никого нету из монстров. Ну и слава богу. Вообще не там, а тут. Так. Надеюсь, что блоков хватит. Вот я вот тут уже потратил кучу блоков, блин. Вот оно дерево. Блин, надо как-то сейчас подняться. Так, а вот это можешь сломать? Да, можно. Так, оп, оп.
И вот это сломал. Все, все, слава богу, мы тут. Фух. Так. Ну, печку все-таки я, наверное, сделаю. Чтобы сделать железную кирку. Вот тут, ребята, я тут и снимал видео, да? У меня все опять дико лагало, даже хуже, чем в прошлом видео. Поэтому я же не хочу выкладывать одно говно. Я поэтому и хочу как-то, ну, все по-нормальному сделать. Так, осторожно. Сейчас мы верстак сделаем. Ничего не сломался. Ой, он сломался, но не выпал. Да, упало что ли? О! А, вижу, вижу. Не упал ко мне. Так, все хорошо. Делаем верстак. Ставим его. И делаем печку. Печку делаем. И быстренько вот это все плавим. Потому что я уже устал. Я уже устал, да. Главная причина. Кстати, можно сделать алмазную кирку, но это очень опасно, потому что у меня ни хера нету из брони. Можно, кстати, вот что сделать. Сейчас какой-нибудь нагрудничек себе сделать. Еще железо 2-3 скопать хотя бы. И сделать нагрудник хотя бы железный, потому что... Ну, потому что, да, вот-вот, вижу. Я чуть опять не упал из-за лагов. Мать твою за ногу, ну что это за жизнь такая? За жесть, точнее. А чтоб тебя. Что мне так не везет-то с этими блоками, блин. Все, ломаем. Быстро ломаем. Тут железо дофига выпало как раз. Нам нужно его много. Сейчас сет брони сделаем, потому что явно очень опасно в этой шахте находиться. Тут даже с броней опасно. Честное слово говорю. Не буду. Так, все есть. Что мы сейчас? Кирочку сделаем. И факел. Факела сделаем. Кирка есть, сейчас факел сделаем хотя бы чуть-чуть. Естественно, мы сейчас уголь найдем тоже. А тем временем еда у меня заканчивается, ребята, заканчивается постепенно еда. Фу, блин, да я на так съемно вообще. Уголь. Вы не представляете, как много ресурсов я добыл тогда. 2 стака угля, 2 стака железа было. А я взял и просрал все в лаве, гребаный. Вот такая вот история. Так. Железо, ну железо. Оно мне пока что не так важно, потому что мне нужно уголь сейчас больше. Чтобы что-то поплавить. Ну, чтобы поплавить, можно, конечно, и доски использовать, ломая их тут. Но это затраты большие. Мне нужно дерево тоже, кстати. Пригодится. Так, палки пригодятся. Семки можно? Блин, нельзя. Раньше, по-моему, раньше можно было. Ладно. Так, делаем вот так вот, делаем вот так вот. Все, ребята, вот уже какая-то защита. И спавнев мне ломать не придется, потому что у меня есть факела, теперь я могу скрафтить факела. Так, для начала вообще мы уголь должны найти. А потом уже что-то мутить. Почему, как всегда, вот угля нету? Он же должен тут везде быть. Так. Теперь лук можно сделать. 8 стрел. Так. А-ха-ха-ха. Вот он, уголь. Далеко идти не пришлось, вроде как. Все, мы скопаем угля 10-20, может быть. И все. Ребят, ну, в принципе, вот такой вот финал. Наверное, самая такая важная серия получается. Потому что мы здесь много чего нашли уже. И алмазики всякие. Сейчас я скрафчу самую важную кирку, короче, алмазную. Я решил уже. Надо портал в ад сделать хотя бы. Может быть, я успею заснять еще одну серию. Но я все равно это назову финалом, потому что уже слишком много про это и сказал. И, возможно, явно будет финал. Почему я говорю финал, а не конец? Потому что... Я в любом случае когда-нибудь буду снимать выживание еще ванильное, но это будет не скоро, наверное, а может быть и скоро. Может быть, через недельку выйдет версия, я буду уже снимать. Только в новом мире. Так, отлично. Железо. Железная руда. Так, мы это меняем, а как мы это поменяем, если у нас нету палок? Да, иногда подлагивают, но сейчас хотя бы как-то терпимо, то есть я более-менее чувствую игру. Как-то более-менее играбельная. Да.
Так, все хорошо. Факелов все равно маловато. Так, нам нужно... Давайте скопаем вот 6 досок. Потому что... блин, вообще моя тупость была, то, что я не взял... хотя бы одну дерево не срубил, потому что... Оказалось то, что это нужно. Вообще я не собирался сюда идти, но оказалось то, что я, блин, сюда, блин, попал... Случайно. Я же говорил то, что уже неважно, попаду или нет. Хотел просто по-быстрому все закончить. А так оказалось, то, что я уже тут. Все, ребята, самая легендарная кирка. Фух. Раз, два, три, четыре, пять. Все, ребята. Я сделал цель сей. Цель летсплея. Скрафтил тут всякие штучки, я тут сделал вот такую броню еще. Ну и все, больше не буду делать, потому что железа уже не хватает, да и как-то пора уже, да. Сделаю такой, чтобы ломать эти долбанные доски. Слишком долго уж ломаются, не хочу ждать. Так, блин, штаны нужно было сделать, ладно. Что страшного, так. Блин, кирка. Кирка у нас есть, это хорошо. Новая кирка. Это не может не радовать, конечно. А может быть и может, я не знаю. Поэтому, в принципе, как-то так. Как-то так. Может быть, я запишу какой-нибудь SkyWars, кстати, после этого выживания. Через пару дней выйдет, наверное. Потому что, ну, вот как-то хочется что-нибудь такое, да. Хотя я недавно говорил, что я мини-игру не хочу снимать. Ну, иногда хочется, иногда не хочется, но все-таки их пока что поменьше поснимаю, ну ладно. Так, что я хотел сделать? Я хотел, ну, одного железа не хватает, серьезно. Ладно, пофигу, уже мучиться не буду. Так, блоки нужны, кстати, не спускаться-то. А вот тут можно спуститься. Так, ну я пока что буду железным пользоваться, потому что алмазным не хочу сейчас пользоваться. Так. Вроде как тут безопасно. Я, конечно, немножко боюсь. Так, палки есть. Делаем факела. Ну, 50 факелов мне точно хватит, я надеюсь. В любом случае, если что, скопаем. Так, воду. Отлично. Долбанулся немножко, ногу сломал себе, ну и ладно. Так, хорошо. Где я что-то видел? Мне интересно. Обсидиан, кстати, нам нужен. Вот, кстати, не зря я то, что я не делал штаны. Это очень хорошо, то, что я их не делал, потому что я ведро смогу сделать. Да. Забрать немножечко водички. Конечно, чтобы ее забрать, надо немножко постараться. Я это сейчас намучу. Постараюсь. Так, осторожно спускаемся. Тут у нас уже есть обсидиан. Так, оп. А! Чего? Алло! Что за подстава-то? Офигенно. Ну, видите, как этот Майнкрафт работает, да? Снапшоты эти. Так, все. Она точно исчезает? Хози, да? Да, исчезает. Все. Ну, это оставлю. Фух, ребята! Ой, ёп. Да. Так, мы попробуем сломать первый обсидиан и получить достижение, потому что я помню то, что их можно получить. Фух, ребята, ну, это надо отпраздновать, реально. Две стихии. Отлично, мы выполнили это достижение, оно у нас в Майнкрафте. Две стихии, дальше можно сделать портал, потом осыпать себя алмазами. Короче, ребята, потом еще зачаровать все, и это получается стопка у нас все будет сделано. Тут, правда, еще нужно зомби сделать, и это самое, и око. Ну, это, наверное, уже как-нибудь потом. Да. Чуть, ребята, не забыл. Надо спавник сломать. Да. Не сломать, а ну вы поняли, короче. Так, оп, 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 оп. А, тут скелеты исчезли. Отлично, вообще, четко. Все, все, все. Оп, 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 оп. Делаем. Все, ребята, отлично. А почему здесь, кстати, сундуков нету? Что за херня? Ладно.
Ну все-таки, ребята, вот он спавнил, если что, кому нужен. Да, вот он у меня есть. 20 обсидиана добыл, чтобы на портал и на чаровальню хватило. У меня, кстати, есть алмазы для чаровальни. И книга там можно сделать спокойно. У меня кожи где-то стак есть. Да, до хера кожи, до хера всего у меня. Так. Вот. Обсидиан добыл, это главная цель была, поэтому... Зачем я поднялся тут сюда? Ладно. Можно вот так вот сделать, как на Скайваксе. Да. Можно, кстати, вот так вот еще сделать, чтобы как-то побезопаснее было. Так, ну вот тут уже надо подниматься. Мы это будем делать с помощью нашей кирочки. Да, вот так вот как-то. Выглядит все это дело. Наконец-то уже можно добывать достаточно все быстро. Конечно, самому хочется продолжить в этом мире. Конечно, если все лагать сильно особо не будет. Вот, например, как в этой серии. То есть в этой серии особо не лагало все. Да, бывают фризы, но это не так страшно. Не знаю, конечно, как видео запишется, но я сам чувствую то, что у меня FPS более-менее нормально. Да, даже тут показывается 70-80 FPS. Так, опа. Сейчас бок немножко. И поднялись. А чтоб тебя, земля долбанная. Так. Опа. Ну, а теперь надо вернуться домой. Правда, можно было еще алмазы поискать, но я уже не хочу это искать. Кому надо, те найдут. Да. И там, возможно, есть. Ну, в принципе, ладно. Так, идем. Ну, я, наверное, в этот момент пропущу, либо как-то ускорю, потому что я не вижу смысла вам это показывать, как я выбираюсь из долбанной пещеры. В принципе. Так, куда-то. А, нет, я все правильно. Блин, я вообще, я просто шел куда попало. И нашел выход. Это, конечно, сильно было. Так, ой-ой-ой. Аденсит. Так, на. Отлично. Убираемся из этой долбанной шахты. И все, отлично. Все, мы выбрались. У нас тут, по-моему, ночь. Да, у нас ночь. И это не есть хорошо, потому что кровати-то у меня нету. Значит, придется проехаться с мобами, повыехаться. Да. Тут у меня выход есть. Да-да-да. Ну и, в принципе, какой-то такой финал получается. То есть я не знаю, как вам это нравится, не нравится. Вообще то, что я заканчиваю, потому что, ну, снимать это года 3, наверное, там, сесть 20-30, сниму за 3 года. Это очень мало, как я считаю. Как и вы, наверное, считаете. Так, все, выбираемся. Еще надо. Все, палочка. Можно тут осветить, кстати, чтобы вы нашли вдруг. Вот тут где-то вот. Вот, ребята, шахта, да. Вот. Все. Теперь как нам выбраться отсюда, мне интересно. Во-первых, надо сначала выбраться из леса, а потом уже разбьемся. Как тут будет? Вот, поубивать можно. А, мне места нету. Вот так вот могу сделать. Да. Как-то так. Так, я помню, надо вот сюда идти. Чё это? Блин! Это был звук этого самого. Ламы! Ламы! Офигенно! Это же ламы из снапшота! Это ламы из снапшота, но это новые лампы. Лампы, да, новые лампы. В Икее, блин. Это новые ламы. Блин, капец, а тут где-то должен быть житель, который их тут шатает. Ну, который... Забейте, короче. Ламы, блин, он на них ездил, этот самый житель. Новый житель, которого добавили. А его тут нету что-то. Блин, капец. Не, все-таки новые мобы спавнятся. Я еще разбойников видел. Ой-ой-ой, что-то лагает. Я точно туда иду? Мне как-то кажется, что нет. Болото... Клипуля, отъехал от меня, отъехал, ушел, отъехал, я не знаю, да. Так, все, не страшно, он за мной идет. Мне еще все физит, блин. Вроде как не лагает, а иногда физит сильно, да. Так, что-то мы вообще не туда идем. Каньон такой большой, блин. Реально большой, я вам так скажу. Так, палочки. А, мы оттуда где-то шли, вот туда надо идти. Сейчас выберемся, не бойтесь, ребята.
Так, тут у нас вход метро наше. Тут специально землей закрывал, чтобы как-то все нормально выглядело. Да. Вот оно, наше метро. Тут я ничего не менял, поэтому ничего страшного, уже все видели. Да-да-да. И мы возвращаемся с целым одним алмазом из алмазной киркой. Да, это, конечно, похвально, да. И 20 обсидиана. Где мы его поставим, чтобы меня портал не бесил? Я пока что не знаю. Пока что не знаю, да. Можно на третьем этаже поставить. Пока что. Поэтому все будет зависеть от вас. Напишите в комментариях продолжай, я буду продолжать. Если напишите продолжай на 1.14 играть в новом мире, тогда буду там играть. Так, все. Раз, два, три, четыре, вроде как все, да? Как раз потолок такой. Блин, физик этот блок ставлю. Что? Ладно. Мы тут прорубим сейчас. Что страшного? Слишком уж низкий портал. Вам не кажется? Мне кажется, да. Да-да-да. Блин, ну обсидиана, конечно, много у нас останется. Я не скажу, что прям супер, но нормально. Так, все вниз. У нас полотнево должно быть. Либо новое скрафтить. Вообще все вещи у нас на первом этаже. Весь мусор. Тут все отсортировано. Так. Так, сразу же. Так, все это мы выкидываем. Этот мусор. Да-да-да. Все. Это можно выкинуть. Так, смотрите. Кремень. Железо. Это у нас огнево. У нас где-то оно тут есть. А, вот оно. Зашибись. Так, еще. Что у нас есть? Мы выполнили, получается, два достижения. Да. Так. Кстати, можно... Блин, я пластинку там видел. Кстати, можно еще и пластинку сделать. Она из алмаза делается. Вроде как досок. А, у нас есть... А, она нужна разве? А, да, нужна. Так. Что еще нужно? Вроде как все. Я могу ошибаться, конечно, но... Мне можно ошибаться, да. Мне разрешено. Так, в принципе, можно начать крафтить. Можно начать крафтить. Чаровальня. Она крафтится вот так вот из книги, а книга делается вот так вот. Да. Ой-ой. А как? А, книгу еще скрафтить надо. Книга как крафтится. Чего? Я не знал, что крафт изменился. Так. Чаровальня. Все, ребята, чаровальня готова. Тоже будет на третьем этаже. Да-да-да. Слишком много да-да-да, мне кажется. Да. Да сколько там уже буду говорить, объясните. Так, оп. Здесь две. Здесь, наверное, две. Ну, получается не очень, но хоть как-то. Тут анимация должна быть. У меня и так лагает все дико, поэтому... Поэтому ладно. Так, лазурит бьем. Для начала мы вообще делаем этот портал. Мы сделаем вот так вот. Сломаем сейчас. Чтобы как-то нормально выглядело. Да. Фух, ребята. Вот такую вот музычку мы, в принципе, заканчиваем наш летсплей. А где достижения? А, войти же надо. Войти портал надо. Так, ну, книжек не особо много. Тут что, верстака нету, что ли? Да как так-то? Вроде как везде верстаки есть, а тут нету. Так. А, тут надо... Чтобы здесь нижнюю полку нужно. Много дерева. Так. Чтоб тебя... Так. Земля, песчаник... Так, ну так вот сделаю. Все. А, книжка. Книга. Так, можно так сделать просто и все. А, блин. Как книга делается?
А, на вот много бумаги надо, все понял. Не кожа, а бумаги много надо, все, я понял. Сейчас. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Что у нас тут есть? Так. Книги. Вот так вот крафтится, мы делаем вот так вот, мы делаем вот так вот, и делаем дофига книг. И потом вот так вот, и вот так вот. Все, и мы получаем еще 6 книжных полок. Так, еще одна. Может быть, кстати, еще одна получится. Подождите. Да, еще одна, 7 полок. Все, ребята, должно точно хватить. Надеюсь, досмотрели до этого момента. Потому что все-таки мы большую работу провели в этом летсплее. Да. Все, ребята, осталось только лазурит взять. Последнюю вещь. Так, а лазурит у нас где? Лазурит у нас внизу. Короче, все очень запутано. Лазурит, все, зашибись. Чем мы зачаруем? Можно было и железо взять, оно, кстати, у нас тут есть. Так, где тут показано? Что-то не читаете? Надписи, блин. Так, вот так вот, все. Крафтим все, что нужно. Штаны докрафтим. Пока что железные. И все, зашибись. Так. А, теперь мы все снимаем как раз. И все на самом деле достаточно неплохо у нас получается. Фух. Так. Разящий клинок. Давайте для первого зачарования зачаем. Да, чародей. Так, смотрим. Да, мы получили это достижение. Как его тут получить можно? А, с алмазов. Я сыпать себя алмазами тоже можем. Так, кирка. Кирка только эффективность принимается. О, эффективность 2. Вот это красиво. Защита 2. Ну, давайте это. Защита 2. А, у меня левела уже не хватает. Что, никак? Ладно. Ну, хоть что-то, ребята, хоть что-то. В принципе, давайте зайдем в портал. Так, для начала мы только что сделаем? Мы только, наверное, все сначала убьем, потому что я боюсь туда идти с вещами, честно говоря. Мало ли, там лава еще окажется. Лыги возьму и пойду туда. Фух, с Богом. С Богом, ребята. С Богом. Папа. Да. Сколько это я уже говорю? Я реально не понимаю, сколько я уже да сказал за это видео. Окай. Загрузка территорий. Я уже снимать устал, если честно. Ой-ой-ой. Так-то так. Все, тихо-тихо-тихо. Сейчас себя лагает. Так, мы получаем достижение огненные недра. Это очень хорошо. Какие достижения сегодня получили? Так, все более-менее. Уже можно. Так, свинозомби всякие тут. Кварц. Лава растеклась. Новая. Ну да, мы в полной жопе, конечно, заспавнились, честно говоря. Поэтому блоки нельзя взял. Нельзя, да. Так. Чуть-чуть это самое поставлю, чтобы как-то полегче было тут находиться. Ой, что за херня была? Какой-то блок стоял, что ли? А, да, блок. И постоянно все очень плохо видно. Ну и тут, наверное, какую-то огородочку. Чтоб не долбануться. Фух, ребята, в принципе, вот как-то так получается. Такое вот видео. Надеюсь, понравилось вообще смотреть этот летсплей. Посмотрите первую серию, как она начиналась. Начиналась она совершенно по-другому. Да. Я другим был. Монтаж делал другой совершенно. Сейчас я как-то пытаюсь по-другому.
делать монтаж в летсплеях и все такое. Ух, ёпта. Так, все, короче, всем спасибо. Пока, подписывайтесь. У нас тут есть еще такая штучка. Фух, ребята, всем спасибо, всем пока. Скажи пока, Сина Замбяна. Все. Пока-пока.